Всем большой привет! Сегодня будем делать очень вкусные хрустящие малосольные огурцы на минералке. Подавать такие огурчики к столу можно уже на следующий день. А сам рецепт приготовления проще простого. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Для начала складываем чисто вымытые огурцы в миску. Заливаем их хорошо охлажденной водой. Подойдет колодезная, родниковая и просто отфильтрованная с крана. И отправляем в холодильник на 3-4 часа. По истечении времени достаем огурцы из воды, обрезаем у них хвостики, а затем часть огурцов делим на шайбочки толщиной 2-3 сантиметра. Чеснок нарезаем пластинками. Красный острый перец режем тонкими колечками. Дальше берем любую емкость на 3 литра. На дно кладем укроп с зонтиком. Сверху выкладываем слой целых огурцов. Посыпаем их чесноком. Добавляем несколько кружочков перца. Разламываем листик лаврушки. А затем слои повторяем. Резанные огурцы кладем ближе к верху, так как они просолятся быстрее, чем целые, а значит доставать мы их будем в первую очередь. Теперь делаем рассол. Берем сильно газированную, хорошо охлажденную воду, отливаем из нее 100-150 мл в подходящую емкость, добавляем туда каменную соль, и хорошо размешиваем до полного растворения кристаллов соли. Дальше заливаем подготовленные огурцы солевым раствором и холодной газировкой. Для лучшего смешения льем из двух сосудов одновременно. Закрываем емкость с огурцами крышкой и оставляем на сутки при комнатной температуре. Вот и все. Хрустящие малосольные огурцы на минеральной воде готовы. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.